Привет, Никита. Здравствуйте. Расскажи, пожалуйста, как давно ты в хоккее? Ну, достаточно давно, с 4 лет. Это получается уже 15 лет. Кто тебя привел? Родители. Там мам хотел на бальные танцы меня отдать, а пап на футбол, в итоге пошел на хоккей. Смотрел, может быть, или показывали, или просто вот пришел в секцию? Не. Я спал на хоккее, когда там меня родители приводили. Вообще было неинтересно сначала. За кого играл? Рассказывай. Играл за Крылья Советов. Начинал, прям вот первые шаги делал в команде Ястребы в Москве. Потом в Метеоре еще играл, в город Москва. Молодежный клуб вот в том году в Брянске играл. И вот сейчас вот здесь, в Юнисоне. А за кого хотел бы сыграть? Вообще вот любой клуб, любая команда? Да мне любой клуб, КХЛ, НХЛ, мне без разницы на самом деле. Ну а любимый? Да любимый клуб? Не знаю. Ну болею вообще за Спартак. А там вот сейчас вот в этом году и в том Торпедо нравится, как играют очень. Такой хороший у них хоккей. Так что вот, наверное, за эти команды. А в НХЛ? НХЛ? Любая, вообще любая, без разницы. Даже вот, которая идет на последнем месте, хотя она сильная, все равно мне любая нравится. Как тебе в Юнисоне, в двух словах? Очень все нравится, тут все очень круто, на высшем уровне, очень круто все. Внезапный вопрос, какую кричалку лучше всего слышно, когда ты на льду? Ну, я вот слышал часто вот «жить», «побеждать», ну а так, да все какие-то кричалки слышно. Ну, мы-то в основном в игре, мы особо не слушаем это, у нас другая цель. Ну, вот жить, побеждать, вот это я часто слышу. Вообще болельщики сильно помогают? Конечно, поддержка очень нужна всем нам, хоккеистам, тренерскому штабу, всем. И, конечно, они помогают. Скажи, что тебя вдохновляет и не дает тебе, ну, перегореть, там, устать от тренировок, они же очень часто, их много. Да я просто кайфую от хоккея, от тренировок и вообще все, что связано с хоккеем, я очень-очень сильно люблю. И я вот стараюсь. Ну, не то, что не стараюсь, я не перегораю, ну, просто мне это нравится. Я может, вот есть какое-то любимое дело еще, вот, которое помимо хоккея? Ну, такой нет, только хоккей, все. Ну, у меня там много, я там где-то и книжки почитать, и еще что-нибудь поделать, там в телефоне посидеть, там фильм посмотреть. Ну, хоккей, только хоккей, и все. Ну, вот после игры прийти покушать и поспать, или там фильмец глянуть, погулять? В телефоне посидеть, что, время поздно уже. Посидеть в телефоне, там, в ютубчике, и потом спать, все. Что бы хотел сказать болельщикам? Поддерживайте, и спасибо за то, что поддерживаете, и мы будем стараться радовать вас еще больше и больше и больше. Спасибо.